Болельщики «Трактора» и хоккеисты одноименной команды официально завершили сезон традиционным дружеским матчем. В этом году формат поединка был немного изменен. Команды черных и белых были смешаны, и у фанатов появилась уникальная возможность бок о бок оказаться на скамейке запасных с хоккеистами, которых они поддерживали весь сезон. Это достаточно очень круто, эмоции переполняют, потому что обычно смотришь оттуда, а когда сам участвуешь, немножко другое ощущение. Ну, немножко нервозность такая. В дружеском матче было много сюрпризов. Первым из них стал главный судья. Я думаю, то, что сезон закончился, может, что-то попробовать себя в чем-то новом. Буду судить, буду разную игру сопровождать. Думаю, все получится. Начало матча, пожалуй, стало самым трогательным. Под аплодисменты всех собравшихся руководство клуба и болельщики-активисты отметили вклад в успехи команды и поблагодарили двух любимцев челябинских ценителей хоккея – Дэрона Квинта и Алексея Заварухина. Атмосфера, каждый год проводим эти матчи. Для болельщиков как бы все сделано. Счет крупный тоже. Забиваем много. Все в порядке. Отметил Данил и появление на площадке самых юных участников. Я считаю, это очень для них важно. Там вспоминаешь сам, когда был маленький, тоже там проводили какие-то такие мероприятия взрослые. Когда получалось поиграть, было колоссальное удовольствие. Как бы запомнилось это на всю жизнь, так что это для них очень-очень важно. В перерыве ведь уже разговоры были, там Слава Основин, я знаю, был недоволен. Недоволен судейством? Да. Но это его проблема. Счет какой? 9-9? Судья! А что чувствует хоккеист, когда он сидит на скамейке запасных бок о бок с болельщиком команды, который весь год его поддерживал, хвалил, критиковал? Ну, всегда хочется спросить, что ты там про меня говорил? Смешанные команды, то есть болельщики могут поиграть бок о бок в одной пятерке с игроками. И матч, я думаю, так интереснее, живее. Много лет Эдуард Нарутдинов болеет за «Трактор» и уже не в первый раз играет в таких матчах. Но этот поединок стал для его семьи особенным. В воротах соперника играл его сын Тимур. Ну, я ему не забил. Он победил, в общем-то. Микроматч свой выиграл. Хотел, чтобы хоккеисты ему побросали. То есть для него это своего рода азарт. Это было классно, прикольно. Очень понравилось это как шоу. Можно и пропустить, и отбить все это. Надеюсь, что в следующий год я снова приму участие. Я буду только очень рад. В прошлом году болельщик команды Иван Гекельман удивил всех в прямом смысле огненным буллитом. В этом матче Иван снова произвел на всех впечатление. Огненный буллит был, что может быть сильнее огня, это любовь. И мы показали
свою любовь на льду. Поэтому дальше будет круче. Это отличное событие, хорошо организованное событие. Болельщиков очень много пришло, игроки подготовились. Отличные конкурсы, сценарий, отдача для болельщиков. Мы ценим то, что они это организуют, приходят, и мы радуемся. По окончании матча все участники по традиции вышли на лед для совместного фото, после чего смогли пообщаться с кумирами с глазу на глаз.